И всем привет, с вами я, Витек, канал Алексон. Здорово, друзья. Сегодня я буду опять пытаться поднять рейтинг свой ММР. Режим поля сражений, Battleground. Игра Hearthstone. 3, 2, 1. Давай. Поехали. Время ожидания 4... Что-то я с секунды, с минутами перепутал. Среднее время ожидания от 24 секунд до 1 минуты. Ну, половину мы уже прождали. Давай, ищи быстрее. Пока я настроен, заряжен. Вообще, играл я в него 3 раза. Обучение я, конечно же, прошел и победил. Второй раз я просрал. Но не в сухую. 6-е там или 7-е, по-моему, место было. Но сейчас посмотрим заодно других героев сразу. Какие они там есть. До этого я играл за Мурлока. Который кок-пирожок. Хотел собрать ему колоду Мурлоков, но что-то не получилось. Так, что-то у нас время ожидания слишком долго. Так, ладно, мы делаем вот так вот. Оп. И вот не прошло и 100 лет. Как у меня прогрузилось. У вас в секунду, у меня почему-то в 2. Так, и что нам предлагают? Нам предлагают двух героев. Раконишу и Капитан Юдора. 7 брони, 5 брони. Этот у нас за 2 монетки дает огонек таверны. Ваше существо получает характеристики, равные уровню вашей таверны. А лис у нас дает закрытое сокровище. Вы выкапываете золотое существо. Осталось копать 5. Ну давайте попробуем за него. За лисичку сыграть. Рамка у нее светится фиолетом, вроде как эпический герой. Наверное. Так. Что мы тут имеем? Вербовка. 3 монетки. Так, свинообразы, опять же. Боевой клич. Вы получаете кровавый самоцвет. Так, когда вы продаете это существо, вы кладете в руку 2-2 элементаля. Ну, давайте возьмем гиену. Она вроде такая. Самая, более-менее. Так, ну, кто здесь у нас есть? Маг. Какая-то пирамида. Король крыс. Кот. По-моему, это кот килл тут зада. Ага, он даже не успел поставить существо. И мы его... А, минус один уже сдох, прикиньте. Так, 4 монеты. Можно обновить таверну. Либо можно взять существо и начать копать. Эти вот с перерождением они нам пригодятся. Не самое сильное существо, но что сможет сделать? И копаем. Они у нас будут помирать. И она будет бафаться. Заодно она будет перерождаться. Надо их 2 взять, наверное, провокации. Таким макаром мы сможем забафать нашу гиену. Давайте попробуем. Может получиться. А может мы просто получим в табло. Ты еще можешь отыграться. Так, 3-5. Плохо. Так, что-то почему-то у меня она не переродилась. Так, наша гениальная тактика не работает. И мы получаем по роже. Всех иногда бывают осечки. Так, наверное, мы забафаем на следующем ходу. Или все-таки сейчас забафать. Так, наносит одному противнику. Единицу урона. Так, элементальными. Ну, давайте сейчас попробуем. Ничего хорошего, естественно, нету. Так, бес. Импульсивный пройдоха.
Присмертный хрип увеличивает здоровье другого вашего существа на величину, равную своему максимальному здоровью. Так, вот эта штучка полезная. Можно будет ее взять. И присмертный дренейка. 5-5, ё-моё. Явно что-то не то дело. Ну ладно, может это такая тактика. Поначалу терпеть. А потом отлететь. Соберись. Ты еще можешь выиграть. Так, что на мой цвинообраз? Вы получаете самоцвет. Ваш демон получает. Демонов у меня нету. Того какой-то. Так, удваивается. Так, ну его раньше надо было брать. И можно было два существа взять. Давайте попробуем свинюшек взять. Может как-то. Вот так вот. Эти пока еще все держатся нормально. А вот у меня уже проблемки начались. Удачи в сражении. Так, ну и что у нас здесь получается? Почему гиена не бафается, а? А, так когда зверь погибает, можно ее продавать. Бесполезная она. Она работает со зверьми, оказывается, только. У тебя здорово получается. Так, ладно, ее мы продаем. 8 монеток у нас. Так, можно улучшить существ. И одно все-таки нанять. Так, бесы. И она кто получает божественный щит. Давайте возьмем еще свинообраза. Ну, кстати, через них, если сыграть, в принципе, нормально. Он нам дает постоянно эти кровавые самоцветы. Плюс они еще и божественный щит накидывают. А это уже такая тема. Не из приятно. Что у нас чашка делает? Ожившая чашка. Боевой клич. Три ваших случайных существа разных типов получает 1-1. Ну, кстати, полезно. Тоже надо ее взять. Удачи в сражениях. Давайте. Ой, ё-моё. Что самоцвет? Не, походу здесь у нас не получится. 6 целых. Ладно, вербуем дальше. Ты еще можешь выиграть. Так, вот этот заклинатель гнева, после того, как вы разыгрываете демона, получает плюс 2-2. Так, его с демонами надо разыгрывать, значит. Давайте попробуем заменить. Так, расщепитель самоцвета. После того, как существо теряет божественный щит, вы получаете кровавый самоцвет. Так, и вот еще свинобраз. Его клич... Так, ну можно двоих свиней взять, кстати. Выбор опытного командира. Остановят вас! Так, сколько раз? Еще два раза надо способ прожать. Чтобы более-менее она заработала у нас. Начинать уже форсить таверну. Здесь там у них какого левела? 3, 5, 3, 4, 3. Еще не поздно. Что-то мы отстаем.
Так, демоническая крыса. Да, блин, к сожалению, это не так сработало. Почему? На 9 урона. У меня новые рекруты. Выбирай. Так, это у нас дракон, элементаль. Давайте бафать. Так. Или продать одну. И взять вот это вот. Так сделаем, так и вот так вот. Так, там тоже ничего полезного нету, по крайней мере для свиней. Длань империи. Так, когда ваше существо с провокацией атакует, оно получает плюс 2 к атаке. О, лич. Он уже мертвый, что ли? Крушительный урон. Так, что-то пошло не так, короче, у него. Мы его треснули нормально. Так, давайте смотреть, это звери. После того, так, это все звери. Так, это у нас дракон. Можно взять его, вот. Кинуть вот сюда, вот так. Сделать замену. Сейчас я набрас. Что он делает? Некролит. Боевой клич применяет 2 кровавых света к вашему существу, на крылетку. Так, наверное, возьмем его. Продадим. Предай кости павших земле. Так, сделаем так. Это можно сделать вот так вот. Итого у нас свинобраз. Так, сейчас его нельзя, к сожалению, убрать. Ладно, попробуем разок так. Разыграть. Так, здесь свиней нету. Дверь, дверь. Неомант. А здесь тоже нету. Так. Ну вот этот типчик очень жесткий попался нам. 2 щита. И охренеть, сколько урона. Не, здесь, к сожалению, уже все. Тоже, кстати, через свиней играю. Ух ты, ё-моё. 15. Сражение в самом разгаре. Да нет, я просто в шаге от окончательных пиздюлей. Можно прокачать таверну. Заменить их. Так, ну чё, надо вот этого продавать.
брать его, да? Неистов 100 ветра, после того, как существо атакует, вы получаете кровавый самоцвет. Давайте попробуем его поставить. Пробуем вот так, кто его забафать. Так, от кого-то надо избавляться. От этой вместо него ставить, вот. Так, вы раскапываете. О. Демон, элементаль, дракон. Ну давайте попробуем. Тебя ставочка на вот этих типов. Это еще не конец. 24, охренеть. Ну, тут уже даже бесполезно. На, все это, короче, хит. Финальном чачело. Итого мы вылетаем по счету 7, что ли? 7 место, рейтинг 0. Понятно, короче, свинюшек пока использовать не надо. Либо если использовать, то там сразу надо форсить таверну. Ну, не очень приятно, но как есть. Будем стараться лучше. Ну а вам спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.